четвертой серии русского сериала «Гости из прошлого», который выйдет на экраны 28 октября, мы увидим следующее событие. Матвею, узнавшему от работницы Риммы, что доступ к архиву института имеют только сотрудники, теперь нужно устроиться сюда на работу. Сергей ловит Павла с поличными. Тот втайне решил разбогатеть с помощью спортлото. За долги в институте родители лишают Кристину денег. И теперь ей нечем заплатить за обещанный подругам мастер-класс у именитого хореографа. Чтобы сохранить статус, она вовлекает Пашу в танцевательную авантюру. Спасибо вам, что посетили наш канал. Мы благодарны каждому за активность на нашем канале.